Министры окружающей среды 9 стран ЕС, включая Германию и Францию, прибыли в Брюссель для консультации с еврокомиссаром по экологии Кармену Вильей. Всем этим странам грозят санкции за превышение уровня загрязнения воздуха, которое установила Еврокомиссия. Сроки выполнения законных обязательств давно истекли. Некоторые говорят, что мы и так уже долго ждем, поэтому больше ждать не можем. Сегодня утром я донес это до министров предельно ясно. Странам-нарушителям грозят судебные разбирательства и санкции, в частности за превышение в атмосфере окиси азота и взвешенных частиц. У стран-членов есть обязательства, обязательства действовать. Действия также будут иметь юридические последствия. Министрам напомнили и об обязательствах, и о юридических последствиях. По данным Еврокомиссии, каждый год из-за плохого качества воздуха умирает 400 тысяч человек. Кармену Вилья сказал присутствовавшим министрам, что если не принять мер, станет еще хуже. Если страны ЕС нарушают законодательство, Еврокомиссия может подать на них в Европейский суд, высший судебный орган ЕС, решения которого не подлежат обжалованию. Ранее иски за плохое качество воздуха уже были поданы на Польшу и Болгарию.